ребят, на связи Шамшурин, и это видео я снимаю совместно с моей коллегой Викторией Юшкевич, ведущей блога Hot Psychologies. Собственно говоря, она меня и вдохновила на то, чтобы я снял это видео. Начало его можете посмотреть у нее на канале, а у меня, соответственно, продолжение и мое мнение, как всегда, мое мнение на что-то. Вот. И видео посвящено тому, какие ошибки делают мужчины, совершают мужчины в самом начале общения с девушками, когда эти девушки им нравятся. То есть ошибки, фатальные ошибки мужчин, 90% мужчин, которые никогда не приведут их к сексу с девушками, которые им нравятся, или к каким-то отношениям, в которых они главные, к гармоничным отношениям. Итак, поехали. Значит, первое, когда мужчина очень сильно хочет понравиться, начнем с этого. С этого всегда все начинается. Соответственно, если девушка тебе нравится чуть больше, чем другие, а у тебя повышается значимость этой девушки, и ты превращаешься, ну, в кого-то другого, но не в себя. Здесь есть следующие моменты. Значит, во-первых, ты ведешь себя так же, как и все. То есть суть в том, что все начинают как бы пытаться понравиться, да, то есть ты очень сильно этого хочешь, а в идеале, как бы, в итоге, вернее, происходит совершенно наоборот. То есть если ты не веришь мне в то, что вот когда ты пишешь какой-то девушке, например, в сайте знакомств, какая ты красивая, ты выдумываешь какие-то комплименты, что-то еще. То есть, если ты думаешь, что ты в этом деле уникален, я спешу тебя расстроить, мужик, это не так, окей? Для того, чтобы в этом убедиться или это проверить, тебе нужно просто, не знаю, достаточно создать аккаунт в какой-то сети знакомств от имени девушки, какую-то красивую фотку туда воткни и просто посмотри, что тебе будут писать эти парни. Причем они будут писать там человек по 40 в день, если девушка красивая. И писать одинаковую ересь. То есть она будет вся со знаком минус, со знаком позиции снизу. То есть, во-первых, ты одинаковый. Во-вторых, когда ты слишком сильно чего-то хочешь, ты очень сильно палишься. И получается, что она перестает тебя воспринимать как мужика, потому что ты превращаешься в какую-то собачку маленькую, которая, знаешь, как будто бы бежит за кем-то. И просит батон, дайте мне пожрать. То есть это выглядит со стороны именно так. То есть это выглядит унизительно. И девушки, естественно, начинают, если они какие-то определенная категория женщин корыстных, которые начинают этим пользоваться. То есть они тебе могут позвонить в 3 часа ночи, сказать, забери меня, пожалуйста, и так далее. И ты бежишь, подрываешься, делаешь это. А на самом деле, как бы, тебе с этой девушкой уже ничего не светит. Им очень удобно пользоваться такими мужиками. Это была первая ошибка. Следующий косяк, как бы, он заключается в том, что ты ждешь ответственности какой-то инициативы от девушки, перекладываешь на нее ответственность. Мне постоянно жалуются девушки на консультациях о том, что мужчина не может принять какое-то решение, взять на себя ответственность за что-то. То есть это проявляется даже в мелочах, не то что в каких-то там глобальных ситуациях. В мелочах проявляется так, что ты, например, звонишь и говоришь, куда бы ты хотела сходить, что ты хотела посмотреть, какой ресторан ты хочешь и так далее. То есть, конечно, ты можешь сказать, что ты это делаешь для того, чтобы угодить девушке, чтобы вот как бы, блядь, там она высказала свое мнение на этот счет, чтобы ей понравилось. Но на самом деле, ей пофиг, пойми мне, куда ходить. Ей важно с кем. Если девушка красивая, востребованная, она уже давным-давно везде перебывала. Она была во всех ресторанах, во всех кино там, и так далее, и тому подобное. И все равно. Ей хочется, чтобы ты брал ответственность за все. Ей нужен мужчина, который будет брать ответственность за себя и брать ответственность за нее, за их обоих. И начни это делать хотя бы с того, что вот, ну, как бы ты приходишь в кафе. Я постоянно наблюдаю такие смешные картины, когда девушка выбирает стол, а мужик так плетется за ней, типа, да, да, куда ты скажешь. Херня, берешь ее за руку, говоришь, сядем он туда. То есть принимаешь решение от мелочей до каких-то глобальных. Ошибка в том, что ты не берешь на себя ответственность. Следующий косяк. Следующее, как бы, не обойти тему денег, да, то есть и тему вкладывания ресурсов, вкладывания денег. То есть, как бы, одна из основных ошибок в наше время, особенно для мужчин, которые состоялись, у которых есть деньги, которые живут где-то в мегаполисе, это пытаться так или иначе, не впрямую, так косвенно, эту девушку подкупить. То есть мужчина считает, наивно полагает, и причем он это делает не потому, что он такой, а потому что его таким сделало общество. Что чем больше ты ресурсов вложишь девушку, чем дороже подарок будет, чем больше будет там вкуснее там или дороже ресторан, там какие-то больше букеты цветов, что-то еще. То есть ошибка в том, что мужчина пытается подкупить девушку вот своими ресурсами, заинтересовать ее своими ресурсами, но не собой. Вспомни, как знакомишься ты или там твои друзья или кто-то еще. Если ты вообще, конечно, знакомишься, вспомни вообще, когда ты в последний раз знакомился на улице, мужик. Мне кажется, это было очень давно, я почему-то в этом уверен.
Вот, и как это делают твои друзья, например? Здравствуйте, можно я вас подвезу, прокачу, накормлю, угощу, подарю, помогу, спасу, бла-бла-бла. То есть они совсем забывают о том, что они личности. То есть ты забыл о том, что ты личность, и твоей личностью нужно заинтересовывать девушку. Все пытаются ей угодить, накормить, подарить, подвезти и так далее. Все забывают о том, что как бы, это все не ты, это все твои ресурсы. А потом ты удивляешься, почему девушка, например, от тебя свалила после того, как тебя уволили с работы или ты перестал ей дарить подарки. Такое поведение мужчин по отношению к женщинам вызывает у женщин обратную реакцию. То есть они начинают рассматривать таких мужчин сугубо с точки зрения материальной. То есть они начинают потребительски к ним относиться, и в этом очень большая ошибка. Следующий косяк мужчин в том, что как бы, ну, Виктория говорила о том, что как бы, есть такой момент, когда мужчина начинает жаловаться и ныть, то есть когда он перегибает с этим палку. Здесь я немножечко с моей коллегой Викой не соглашусь, то есть не совсем так, я считаю. Потому что она говорила о том, что нельзя жаловаться женщинам. Возможно, нельзя, ну, как бы, формулировка немножко не та. То есть, если ты ищешь девушку для секса и настроен только на секс и все, то, наверное, нужно включать из себя, строить мужика с железными яйцами, типа, я такой крутой. Но если ты настроен с этой девушкой на какие-то долгосрочные отношения и хочешь, чтобы она тебя поддерживала и любила, то есть, твоя задача быть с ней как можно более настоящим. Если у тебя сегодня нет настроения, там, или что-то случилось, ты можешь с ней этим поделиться. Естественно, не то, что там, блядь, пиздец, что делать. Ну, именно как-то так, чтобы она тебя смогла поддержать или посоветовать что-то. То есть задача такая, не надо никаких крайностей. Не строить из себя ни мачо с остальными яйцами, который никогда не плачет и не ревет. И, соответственно, не перегибать в сторону нытья. То есть если ты будешь постоянно ныть, тоже в этом, естественно, нет ничего хорошего. Задача максимально быть самим собой, естественно. Не стесняйся проявлять свои слабости, потому что когда ты настоящий, ты проявляешь себя с разных сторон, тогда девушка еще больше к тебе расположена, тогда она еще больше в тебя влюбляется. Следующее. Следующий косяк, когда ты ждешь инициативы от женщины. То есть часто такое бывает, что первое свидание, второе свидание, там, третье, ты с ней разговариваешь. То есть я этот косяк называю, как бы, много говорить, мало трогать. Ты боишься, что... Ну, как бы, то есть ты боишься от того, что она откажет тебе или скажет, что ты делаешь. Ты никак не можешь решиться ее потрогать, ты ждешь, когда какие-то будут знаки с ее стороны, какие-то намеки. То есть на самом деле мужик знаков не будет и чаще всего не бывает. Только по той причине, что вот у тебя есть страх, что она тебя сольет, и типа, что ты делаешь, ты не охренел, ли мы с тобой мало знакомы и так далее. Мы с тобой друзья, а ты себе позволяешь меня трогать. А второй момент, то есть у девушки тоже есть страх. То есть она боится показаться слишком доступной и легко доступной. Соответственно, каких-то знаков подавать она тебе по этой причине не будет. То есть косяк в том, что ты ждешь этих знаков. Вот. Знаков не будет. И второй момент, ты ждешь ее инициативы от нее. Самое интересное, что некоторым парням везет, девчонки вынуждены. Они реально вынуждены проявлять инициативу какую-то. Но чаще всего, когда девушка действительно стоящая, она тебе нравится, она этого делать не будет. И происходит еще следующий момент. Ты начинаешь ее трогать. А она, естественно, как женщина, должна свалить с себя ответственность, сложить себе ответственность, сказать, чувак, ты меня там не трогай, я пока не готова и так далее, ты все портишь. Ты перестаешь это делать. И в этом твоя фатальная ошибка. Ты включи логику. То есть, соответственно, отсюда выходит следующий косяк, следующая ошибка. Многие мужчины слушают, что говорят женщины. То есть никогда не нужно слушать женщину, а нужно смотреть за ситуацией, за реакцией, за ее поведением. Если она говорит тебе, мне не нравится, что меня трогаешь или целуешь, это, ну, ненормально. А что ей должно понравиться? Что ей с тобой? О футболе разговариваешь? Или обсуждать задницу вон той прошедшей девки? Я думаю, нет. То есть она это говорит еще раз, чтобы сложить ответственность. Ты слышишь это и воспринимаешь это слишком буквально. Ты не думаешь, почему она здесь сидит, значит ей хорошо. Если бы ей не нравилось, она бы встала и ушла. Ты воспринимаешь это слишком буквально, перестаешь ее трогать. И, соответственно, происходит следующее. Ты получаешь такой результат, что девушка говорит тебе в какой-то момент, разочаровавшись уже в тебе как мужчине. Она говорит, мужик, ну я могу тебе предложить только дружбу, давай с тобой дружить. Как бы я не вижу тебя как мужчину-самца, то есть... Значит, следующий момент. Чем больше свиданий ты проводишь без поцелуев, без прикосновений, без секса, тем меньше шансов, что это когда-нибудь состоится. Потому что каждое последующее свидание... У тебя, кстати, очень крутая шапка. Каждое последующее свидание, оно отдаляет секс от тебя в какой-то геометрической прогрессии. Следующее. Значит, следующий вытекает опять же из предыдущего, то, что я сейчас сказал. Сейчас, секундочку. Алло. Алло. Юлечка, я сейчас перезвоню минуту через три.
Вот, значит, следующее вытекает из того, что я сейчас сказал, суть такая, значит, ты боишься и ущемляешь. Многие делают такую ошибку, они боятся и ущемляют свои желания. Это опять же к предыдущему моему спичу, то есть боишься трогать, боишься целовать, боишься сказать ей, что она тебе нравится и так далее. То есть, поверь мне, как бы, она без секса и без отношений не останется. Возможно, это будет не совсем то, что ей нужно, но у нее очень много парней, если она востребованная, красивая, которые хотят что-то с ней, хотят с ней быть. То есть, и не она за тобой будет бегать, а ты за ними. Так устроен мир, так устроена природа. Поэтому, если ты будешь бояться, ты ничего не получишь вообще. Поэтому, как говорится, лучше сделать и каяться, чем не сделать и маяться. И последнее, наверное, следующая ошибка в том, что это даже не ошибка, это, наверное, косяк. То есть мужчины, для того, чтобы мужчине понравиться девушке, ему нужно сначала понравиться самому себе. Чтобы его полюбили женщины, ему нужно сначала полюбить самого себя, подружиться с самим собой, понравиться себе. И это уже, кстати, такая тема ни одного видео. Потому что если ты к себе где-то хреново относишься, где-то себя чмыришь, там, недооцениваешь и так далее, то ну, это все будет сказываться на отношении женщин к тебе. Поэтому эту проблему нужно решать на каком-то глобальном уровне. Подружись сначала с собой. Итак, я надеюсь, что это видео было для тебя чем-то полезно. Если ты смотришь меня в первый раз, подписывайся на мой канал. На нем ты найдешь очень много полезной информации, в том числе примеров, подходов, знакомств, общения с живыми человеческими женщинами на улице. И очень много полезного обучающего контента по теме. Если тебе понравилось, ставь лайк. Если не понравилось, ставь дизлайк. Еще раз, не забудь подписаться. Читай мою новую книжку, которая вот-вот уже выходит. Приходи ко мне на обучение. На связи был Владимир Шамшурин. Пока.